Факты неэффективного использования и растраты бюджетных денег выявлены при реализации государственных программ. Речь идет о двух программах – «Развитие регионов» и «Агробизнес-2020». Большинство нарушений связано с проведением госзакупок. Об этом сегодня рассказали на заседании комиссии при президенте Казахстана по вопросам борьбы с коррупцией под председательством государственного секретаря. Гульшара Абдыкаликова отметила, что эти программы направлены на создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения, в частности, обеспечения водой и повышение конкурентоспособности казахстанской продукции. Министерством национальной экономики и сельского хозяйства, субъектом квазигосударственного сектора, местным исполнительным органам комиссии рекомендовано провести внутренний анализ коррупционных рисков.